Всем привет-привет! Вот такая у нас красота появилась. Получилось. Сейчас мне нужно будет вот это вот быстренько отодрать, смести. И мы уже купили напольное покрытие. Я сейчас попозже выйду, вам покажу. Маленький? Да, да, маленький. Маленький шпатель Милена. Скоро красота будет. Да. Сейчас я быстренько вот это поотшкрёбаю, смету, и потом все заново, естественно, мне нужно будет это мыть батареи. Ну, прежде чем их мыть, конечно, занесем в нашу старую ржавую раковину. Надо будет. Вон. Подготовила я уже пол, где можно было все. Прочистила, в общем, этим шпателем. Естественно, сейчас занесем вот эту нашу страшную раковину, которую я говорила. И, короче, как-то так вот пол получился. И все начнется, пойдет и поедет. Мыть трубы, окна, батареи. В общем говоря, работа тут хватит по самые уши, по самые не хочу. Так что вот так вот. Ой, я как все представлю, сколько мне мыть, это, конечно, просто какой-то трэш. Люстру еще раз надо будет мыть, потому что, ну, пыль, все. Наверное, с нее я и начну. С первой. Не, ну сначала надо занести, сейчас я вам покажу. А вот он, маленький, дорогой, лежит, ждет. Ждет. Какой он небольшой. Блин, так дорого все, это просто трэш. Вот сделать чисто косметический ремонт на кухне, столько денег ушло, это ужас. Почти на 8 тысяч вышел линолеум. Вот этот вот. Вырезать придется. Здесь, а он тут правильно, да? С этой стороны. Ой, какой красивый, какая красота. Получается уже. Прям уже этот, не ламинат, как он называется, кварц винил положили. Да? Подожди, там тоже этих смету сейчас. Куда? Я тоже не буду сегодня. Так, Милена, ты иди. А тепленький на улице лежал. Ну как? По новому кварц винилу. Тоже хочу. Хорошо? Идет. Да подождите. Всем не терпится тут уже. Испробовать. Я сейчас разрежу. Дарь, ну подожди, сейчас нужно уложить его по-нормальному. Еще находимся. Разрезать еще надо. Да, там возле котла нужно будет вырезать. Большеват. Что-то он небольшоват, а как-то... Все на место ложите. Вот, режь сразу. Хорошо режется, да? Да. Все ждут с нетерпением.
отклеить ее, но, короче, не отклеивается. А начинаешь чем-то это и остаются тут, короче говоря. Пусть висит, со временем сама отдерется дальше. Не все так просто. Что там такое? Там удлинитель для печки. Так, что там? О, это я. Мы там. Где? Да, а где он? Он же ж был у нас. Ну, здесь был кран отсюда подключен, а теперь будет здесь кран. Нет, подключен. Вот здесь она стоять будет. Мойка? Печка. Рукомойка. А, ну ты же сказал, здесь вообще проблем не будет, если она с этой стороны будет стоять. Да, проблем не будет, переподключить-то надо. Переподключать, сказал же, не будет проблем, давай. Давай, давай. Давай. Ну, одно дело сделано. Следующий день, короче, раковина переместилась пока сюда, ну это пока кухня не придет, я же говорила то, что, короче, ждем. Сделала вот такую вот фотозону, типа того, да. В общем, знаете, сюда хочу полочки, не знаю, как получится. В общем, как получится, потом посмотрим. Ну, естественно, вы видели то, что водогрейка уже стоит. В общем говоря, вот эта вот зона сейчас делается, если она будет отгораживаться. Вот, короче говоря, ну, отгородить ее по-любому отгородил, и будет здесь, ну, короче, как-то так, потому что для этого некуда, нету помещения, чтобы куда-то его можно было убрать и поставить. Так что пока так. На это видео с этими ремонтами уже надоели вам. Работы полный. Я не знаю, по самое не хочу. Вымыла пока вот это одно окно. Потому что там сюда еще сейчас, ну не сейчас, как с той частью закончим. Будем печку заносить наконец-то. Это самая большая радость, наверное. Хоть можно будет что-то уже приготовить. Да, детям забава. Ой, а теплая прям вода. Попросили с утра, говорит, можно мы пообливаемся. Ну, Дарь, не обливайся, это, купаешься. А что вы купальники не одели, а? Красота. Вон туда бы пошли. Вода тебя брызгает. Не надо, вода теплая вообще, реально. Ой, извиняюсь. Так, потом сразу домой вытереться и... Сегодня вообще на солнышке прям очень тепло. Ну, когда чуть-чуть ветерочек, прохладно. О, правильно, Тимонь, так и надо. Дети бегали, орали, и вдруг тишина. Думаю, где они есть? А они мама, вот мы, здесь. Мы спиннеры нашли. Да, эти спиннеры уже давно нашли. Это. А здесь мы... О, а, да, дверь же отвалилась. А здесь, ну, поубирали. Я не помню. А, нет, это я не снимала, как мы вот это заносили. В общем говоря, здесь комнату себе забил. Полный разбор полетов. А вот этот пока здесь будет стоять. Но вот, Тимош, не закрывай. Но в итоге он потом переместится туда. Здесь еще тоже нужно разобрать. Они железные. То, что ты говоришь. Что вот как хорошо разбирать, да? Мама, а у нас вот. И тут? Вот это все, ну, тоже эту комнату немного отделать, подшпаклевать там. Да тише! Подшпаклевать там. И потом вот этот вот этот гарнитур переместиться туда. Тише, дайте я расскажу. И будет, в общем говоря, там... Вы видели это видео? Нет, да? Я же... Ну, как мы ты убирали, я выложила, снимала, да. Да. А, когда убирались, я снимала так, то, что вот это мы сюда перенесли. Нет, ну, естественно, надо будет тут подвернуть... Ой, это приделать
дверцу, потому что она отвалилась. Ну и также потом оставить это для хранения, знаете. Ну, в общем говоря, найти, что хранится, что хранить найдется, вернее. Здесь палатку разобрать разобрали, скрутить назад они никак не могут скрутить. Здесь тоже разбор полетов разбираю, в общем говоря, все везде разбирается, и там, и там, и там. Вот только времени на все не хватает. Ты что там задумался? Ничего. Первый ужин на кухне. Что не надо, упала эта крышка. Нет, это просто первый ужин на кухне. За столь продолжительное время. Какое-то счастье, да? Да. Цивилизация потихоньку возвращается. Если да? будет ядерная война, вы погибнете от радиации, а отсутствие от цивилизации. Так, ну что, это стоит, это в общем тоже еще стирать надо, в общем, да, все в таких еще полевых условиях. Тимоша тоже сел кушать салатик, да, Тимоша? Вкусный салатик, занесли стол уже. Да, ты чай будешь собираешься пить? А чё? Кашку. А, кашку, на ночь глядя, как обычно, да? А Тимоня салат. Я, говорит, пойду за столом, говорит, поем. Ну, иди, иди. Сидит, нарезал, называется, себе. И огурец, и поем. Надо сметану еще было поставить сметанкой сверху. Ну, давай. У тебя третьей руки нету, чтобы сметану ложку брать. А она будет тут лежать, и вот так макать есть. Ты покушаешь огурчик и помидорчик, а потом сметанкой сверху. Там все в желудке перемешается, все будет нормально. Да, Тимонь? Так, надо будет и гордину уже вешать. Ну, короче говоря, все двигается, двигается. Главное уже. И печка стоит. Ну, правда, вот это вот страшная такая. Ну, ничего, ждем, мы ждем. Ой, скоро должно приехать. Сделала вот такой вот уголок. Ну, я уже, по-моему, показывала. За неимением ничего. Это очень даже чего. Очень красиво. Ну, вернее, нормально. Смотрится нормально. В общем, не то, что было раньше. Сейчас намного лучше, да? Ой, Милена научилась шарики надувать жвачкой. Теперь ходит, трескает ими. Маленькие только. Не, ну это такие жвачки, конечно, не такие, как раньше, надуешь и на пол лица, потом как, лопнет этот шарик, и все лицо в этой жвачке. Что? Кукутина Несквик. О, Несквика сейчас нету. Почему? Какао другое есть. Мам. Несквик нам не возят сейчас в России. Ладно, на этом видео я закончу. Я опять шелкнула. Ну нету, Дарь, Несквика. Дарина тут себе устроила такой вот вкусный ужин. И, не, и полезный даже. Это, как она называется? Овсянка. Да. Овсянка, сэр. И, блин, там тень будет падать. И, ну, сердечко там она там говорит, выложила из этих вот. Нектаринок. У меня утонули. Не из нектаринок. Вот такой у Дарины. Полезный ужин. А Милена тут тоже. Да. На ночь. Ну, этот. Я пошла кушать. У нас мармеладки были. Вот она говорит, мармеладки сюда. Яблочные. Да, яблочные. Но они, походу, тут это расплавляются уже. Так что вот такая вкуснятина. Да. На вечер, да? Попробуем. Вдруг вкусненько будет. Конечно, очень. Конечно, вдруг. Вкусненько. Овсяная кашка всегда вкусненькая. Я люблю овсяную кашу. Конечно. И с молочком, и эти такие тоненькие штучки. Угу. Которые... Так что такой у нас вкусный макароны. Ужин. И всем тогда уже пока. Да, пока. Тимон. Кто хочет, кто сейчас тоже кушает кашку овсяную, тому приятного аппетита. Всем пока. Давай.